всіх глядачів телеканалу «Центральний». В ефірі програма, на яку ми запрошуємо найбільш творчих і креативних людей Полтави та України, найцікавіших спікерів. І сьогодні в студії учасники гурту «Діти фрістайла» Сергій Кузнєцов і Денис Супроненко. Вітаю вас. Питання, на яке ви, напевно, відповідали щонайменше 100 разів, але я думаю, більше, аніж 100. Чому «Діти фрістайла»? Ответим 101 раз. Если коротко, каждый из участников нашей группы, ну, мы не родные дети участников фристайла, а, можно так сказать, дети друзей фристайла. Ну, есть у нас и чистокровное дитё фристайла, Максим Розанов, Анатолия Розанова и Нина Кирсо, сын. Вот. А остальные ребята, вот, например, Владимира Галагана, дядя работал аранжировщиком фристайла очень долго. Мои с братом родители работали в самодеятельности еще в других проектах Анатолия Розанова, до фристайла. И как бы, ну, у нас у каждого есть вот такая история какая-то. Ну, а вообще сама идея этого проекта у Розанова началась с нас, а потом мы как бы так потихоньку ребят остальных привлекли, ну, чтобы была группа, как бы, ну, два человека, не сильно интересная картинка на сцене получается. Но идею самого слова «Дети фристайла» подсказал Андрей Данилко, наш земляк, во-первых, и наш большой друг. Он как-то вот в разговоре с Ниной Кирсо говорит: вы такие уже солидные артисты, почему бы вам не подумать о таком про детей. Дочернем коллективе, как назвать, ну, «Дети фристайла». Нина тогда шутилась, говорит: там мы еще ого-го, молодые еще, какие дети могут быть? Внуки фристайла? Ну, мы подумаем. А потом Анатолию Розанову рассказал об этой идее, ему идея понравилась, тем более вот с ребятами у него зрела такая мысль поработать с ними. Денис Анатолий Супроненко, очень талантливые ребята, и действительно мы с их родителями начинали когда-то давно в самодеятельности, и только волей судьбы так, видимо, получилось, что наше близкое сотрудничество не продолжилось в тот момент. Если бы судьба распорядилась немножко по-другому, я думаю, что и Валерий Супроненко, и Светлана Супроненко наверняка влились бы в групу «Фристайл». Як у вас все заплутано в вашому данському королівстві? Тому що Полтава невелике місто на самом деле. Але я зрозуміла одне, що Ніна Кірсо – це ваша, якщо не рідна, то хресна мама. Можна сказати, що вона саме дала путівку вам в життя? Ну, во многом. Ну, дело в том, что мы же постоянно работали в студии у Анатолия Розанова, и Нина постоянно тоже заходила, она и что-то подсказывала, что-то корректировала тоже, ну, во время творческого процесса, там, где-то какую-то строчку придумала в песню, там, ну, у нас что-то не получалось. Ну, плюс очень, ну, делилась своим просто колоссальным сценическим опытом, давала много полезных советов. Ну, в общем, делала все, что делает мама обычно для своих детей. Я когда про Нину вспоминаю, не могу не улыбаться. Это просто бесконечно позитивный человек был, просто во всем, в любой мелочи просто. Вот она в свое время придумала сама себе такое название своей должности, такой в коллективе, такой неофициальный сопродюсер, потому что она действительно, как супруга Анатолия Розанова, нашего общего продюсера, она была все время его правой рукой. Анатолий занимался чисто творческим процессом, занимается сочинением песен и так далее, доведение их до ума. А вот Нина афиши делала, фотосессии устраивала. В общем, всякие, все остальное. Все остальное, да. Вот действительно, правая рука продюсера была. Поэтому сопродюсер и детям фристайла, и к нам в группе фристайла она точно так же и костюмы наши, и внешний вид, и все остальное в тренажерный зал нас записывала постоянно, водила к учителям на танцы, чтобы раскрепостить наши движения на сцене, ну и так далее, и так далее. Поэтому тут приуменьшить ее роль в нашей жизни невозможно. Скільки років гурту, скільки за цей час ви уже дали концертів?
Мы так, если честно, загнали в угол. Мы когда-то подсчитывали даже, ну, сколько концертов. Ну, на какие цифры изупинилися? Ну, я уже не помню, если честно. Но я думаю, что за 5 лет нашей гастрольной деятельности, ну, концертов 400 мы точно отыграли. А я вас предупреждал в самом начале. Да. Записывайте, да, подсчитывайте. Да, да. Ну, это примерно. Угу. Ці концерти були де? Це Полтавщина, Україна. Взагалі, хто ваш улюблений глядач, слухач і хто найвдячніший? Да у нас, наверное, все зрители любимые и благодарные. Сложно так сказать. У меня дело в том, что уже за последние 5 лет у меня все концерты в голове перепутались. Я помню многие города, где мы уже не один раз были, а так, чтобы вспомнить сам концерт, вот, и как я чувствовал себя на сцене, я это уже не могу. Ну, оно просто, ну, постоянно примерно одинаково все и перемешивается в памяти. Отношение зрителей к артистам, к нам и нас, артистов, к зрителям, это, видимо, наследственное вам передалось от нас. Скорее потому всего. Что я всегда в своих интервью всегда говорил, что нам со зрителями активно повезло, очень повезло, потому что наши зрители самые лучшие, во-первых. Во-вторых, у нас никогда не было на концертах каких-то скандалов, каких-то напряженных моментов со зрителями. У детей фристайла то же самое. И у нас, на удивление, у нас всегда такой классный прием в зале. И, ну, с самого начала, вот даже когда нас не особо знали, вот люди видели нас первый раз, и, ну, вот, видимо, им так это заходило классно. Ну, напевно, были какие-то ожидания, возможно, от назвы фристайла? Ну, конечно, в том числе. Тобто, ну, я думаю, що людей в першу чергу побуджувала цікавість. Вони якось порівнювали все одно вашу творчість і творчість гурту «Фрістайл». Чи вірили ви в успіх гурту? Хто найбільше в нього вірив? Ну, я думаю, что больше всех в него верил Анатолий Розанов, конечно, безусловно. Потому что это его идея была. Но, с другой стороны, не верить в успех проекта, который делает человек, который один проект уже сделал, ну, сложно, потому что, ну, как? Если он сделал это один раз, то почему бы не сделать это второй раз? Сама идея, собственно говоря, возникла. Да. У него очень много материала и в голове, и все остальное. Мы просто не успевали его идеи воплощать и вырабатывать физически. Одного проекта уже не хватало для того, чтобы воплотить все его идеи. Да. Создание коллектива «Дети фристайла» — это вполне логичный, естественный процесс, ход всей нашей, в общем-то, эволюции группы «Фристайл» и огромного организма под названием «Фристайл». Чим довелося пожертвувати, можливо, учасникам гурту перед тим, як, ну, такий організувати проєкт? Кожен до цього був зайнятий якоюсь своєю діяльністю. Ні, ну, у кожного, звісно, була робота своя. Ми з братом, наприклад, в ресторані працювали. Ну, я б не сказав, що це прям така жертва. Я, наоборот, був рад, що ми, наконец-то, оттуда ушли. Ну, тому що працювати і в ресторані, і бути в проєкті, це, ну, як-то, ну, було б, як мінімум, странно. Ну, то есть мы такие стоим в уголку, там где-то поем, а тут по телеку наш клип, например, крутят. Ну, было бы как-то не очень. Поэтому, ну, сказать, что прям кто-то шел на какие-то такие прям жертвы, то нет, наверное. Опять же, надо заметить, что вы-то и до фристайла, и вне музыки вы абсолютными друзьями по жизни были. Да, и у нас так получилось, что мы в проекте собрались вот все ребята, которые много лет дружили. Ну, за исключением Максима Розанова, ну как, мы его знали, просто он маленький еще был, он самый младшенький из нас, ему 22 года. А когда он к нам пришел, ему было вообще, по-моему, или 17, или 18, ну, что-то так такое. Вот. А с остальными ребятами, мы, вот, например, с Володей Галаганом, мы недавно так подсчитали, аж сами проудивлялись, мы 26 лет дружим уже. Музыкальная школа вместе, ну, музучилище, да, вместе. Тут, ну, мы подружились еще до музыкальной школы, мы даже в Полтаве тогда еще не жили, мы на каком-то конкурсе с ним познакомились. А, ну, вот так. Так получилось, что мы потом учились у одного педагога по фортепиано, потом мы учились вместе в музучилище, потом мы вместе учились в Харьковской академии культуры. И, ну, с Игорьком, с барабанщиком, тоже мы познакомились, когда начали в ресторане работать. Это тоже было лет 15 назад, как минимум.
Ну, то есть, и мы все эти годы, мы общаемся, дружим, но с того момента, как мы попали в один проект, мы в обычной жизни стали собираться намного реже, потому что нам, в принципе, хватает провести время и во время работы. Ну, это очень классно, когда в коллективе ну, настоящие друзья работают, а не просто знакомые, которые ну, приехали на концерт на одной сцене, вместе поставили и разъехались. Как бы. Я всегда говорил на эту тему. У нас большая семья просто. Да, большая семья, да. Скільки у вас зараз матеріалу? Скільки у вас альбомів, пісень? Альбомами сложно посчитать, а от по пісням ми недавно подсчитывали у дітей, наверное, ну, пісень 60, наверное. Значить, 45 закончених у вас абсолютно студійним образом, ну, да. В студійному виді, які можна вполне випускати в виді альбомів. Просто зараз, в настоящее время... Сейчас... Выпускать песни в виде альбомов как-то уже коммерчески не имеет какого-то большого смысла. Это в виде сборников все выходит. Потому что как раньше... Вот... Раньше выпускались диски, которые люди покупали. Сейчас да. Просто это все ушло в интернет. И сейчас смысла особого в выпуске альбомов как такового нет. Но в основном все выходит синглами. И чаще всего у нас на YouTube есть канал, где появляется вот весь новый материал. Наш официальный канал. Поэтому, все следят за нашим творчеством через YouTube и через Facebook. Зарубежные исполнители вот так в основном делали. Мы садимся в студию, пишем альбом. Пишем его там 2-3 месяца, потом он выходит, и мы ездим 2-3 года по миру, рекламируем его. Это там. У нас, особенно в последнее время, так не принято, потому что таких каких-то промо-акций в раскрутку альбома, ну, такого практически никто не делает. Сейчас наоборот поменялось, теперь да. Наоборот, сначала выпускается песня, она рекламируется на YouTube, а потом уже с ней только едешь в тур. Да. И потом уже, когда, ну, если есть такое пожелание от выпускающих компаний каких-то, нельзя ли какой-нибудь материал в виде альбома? Ну, давайте посмотрим. Так, вот это сюда не пойдет, вот эти можно там 15-17 песен сделать, и хорошо, объединим их в один альбом. Ну, все равно это в виде дисков, это уже практически не издается никем. Это больше как мерч, разве что. Да, для подарков, для сувениров. Вот. А так... В последнее время наши знакомые ребята, фирма выпускающая, они в виде интернет-альбомов все это делают, то есть выкладываются, ну там по-разному оформляется, в виде такой виртуальный плеер, вот, крутится диск, крутится там чего-то, проигрыватель вид, и ты можешь, значит, песню номер один, песню номер два там включить туда-сюда. Ну, а можешь и поодиночке. То есть альбомы как таковые, как в материальном виде, сейчас уже другое время. Это уже прошлое. Да. Вечір пам'яті Ніни Кірсо цього року збирає дуже багатьох артистів з Києва, з Полтави, в тому числі ви будете. Які пісні будете виконувати? Ну, ми сьогодні вирішили, так как спеть две песни из нашего репертуара «С неба на землю» называется и «Желтые розы». Это как кавер, можно сказать, ну, группы «Фристайл». Вот просто эти песни раньше пела Нина. Мы решили, что ну, будет уместно, если мы споем песни, которые она пела когда-то. Вот «С неба на землю» они еще работали и в программе с фристайлом, а потом как-то так получилось, что ее отдали нам. Песня «С неба на землю» написана на стихи замечательного белорусского поэта-песенника Игоря Блоцкого, который поучаствовал в нескольких песнях группы «Дети фристайла», в нескольких песнях группы «Фристайл», вот, в частности «Московская любовь» — это его стихи, тоже Ниночка пела все. И
Что касается группы фристайл, что мы будем петь сегодня? Естественно, мы будем петь «А какую женщину», потому что у нас и программа сегодняшняя в памяти Нины так и называется. Естественно, мы будем петь песню «Цветет калина», которую Ниночка много лет с успехом пела. И в свое время, вот несколько лет назад, там лет 7-8 назад, не помню, она подарила эту песню Ирине Федышин, замечательной нашей украинской исполнительнице. Ира настолько дословно перевела мои стихи, сделала песню «Цветы калина». И буквально вот на днях в Киеве проходила съемка украинской песни года, где песня «Цветы калина» получила диплом. Вот, и дипломы передали и Анатолию Розанову как композитору, и мне как соавтору текста, поскольку я то писал русский текст, а Ирина украинский перевод сделала, то есть в этой песне два автора стихов. Естественно, мы будем петь, это я так уже, да, секрет приоткрываю, да, или мы будем петь песню, которую написала в свое время Нина Кирсо. Я ей помог немножко с куплетами, стихи куплетов, а так музыка и третий куплет полностью, и какие-то правки первых двух куплетов, и припев ее. Нина Кирсо написала это все, «Украина, ненька» эта песня называется. Мы много лет ее с успехом исполняли. Ну, в основном Нина исполняла, мы подпевали, а вот когда Нина перестала в результате болезни выходить на сцену вместе с нами, мы поем эту песню вместе, буквально вот каждой по строчке. И в тех концертах, когда мы работаем с детьми фристайла в одной программе, они тоже выходят на эту песню на сцену. Первый куплет по строчке поем мы, второй куплет по строчке поют они. И лишь в третьем куплете солирует наша нынешняя солистка Ната Недина. Поэтому я надеюсь, да ничего надеюсь, я уверен, что сегодня понравится наша программа, то, что мы, то, как мы это сделаем, и то, как мы ее построили. Я вам дуже дякую за розмову. А я нагадаю, що це була програма «Гість на Центральному» і моїми спікерами сьогодні були учасники гурту «Діти фрістайла» Сергій Кузнєцов і Денис Супруненко. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами ненадовго. Побачимося на Центральному.